никогда никому не говорил об этом, но на самом деле мой прадед Форест Гамп. Так его звали, Форест Поликарпович Гамп. И он меня приучил каждое утро бегать вдоль набережной, на Березняках, налево и направо. Так и бегаю. Однажды я побежал в Верхолы релакс-парк и после утомительной пробежки плюхнулся в шикарный бассейн под высоченными соснами. А сегодня я начинаю свою пробежку в сторону Одессы. Ведь в эту пятницу я уже выступаю на вечеринке Sex Mission. Приходите, друзья, это будет шикарная ночь. До встречи и цените лето.